Здравствуйте, подпишитесь на канал, ставьте лайк. Так, что можно делать бонус? За бонус можно тратить почти на все. Да, выбираем. Вот. То есть вот это все коммунальное, транспортное, туризм, социальные сети, игры, недвижимость, на все можно потратить. Так. А как накопить бонусы, например, ну, если вы оплачиваете Шусан карты, то можно накопить бонусы, например, вы хотите купить одежду и обувь, вот, пожалуйста, 5% бонусов, женская одежда, мужская, это нормально, 5% это очень много, фильм, например, бонус, например, 15, например, за 1000 тенге покупаете, и, например, вам 50 или 100 тенге вернут. Netflix, HD и другие медиа-сервисы. А это можно по отдельности подключить. Добавить категорию и выбрать можно только один. Вот. Так, бонус делится на Silver, Gold и Premium. То есть... Давайте познакомимся, помнишь. Так, определим бонус. Условные единицы предоставляются клиенту за счет средств банка при оплате товаров и услуг платежным картам Жусан Банк. Да. Один бонус равен 1 тенге. Держателям платежной карты Жусан Банк предоставлены 3 уровня бонуса. Первый уровень Silver, второй уровень Gold и третий уровень максимальный уровень. Так. Давайте так. Условия уровень Silver доступны всем новым действующим участникам бонуса. Для уровней Gold и Premium необходимо ежемесячно выполнять следующие условия. Gold – оплата товаров и услуг интернет-покупок картами Жусан Банк в течение одного календарного месяца от 30 тысяч. То есть вам дает статус Gold. Соответственно, будет расти процент. То есть бонус будет расти. Премиум оплата товаров и услуг интернет-покупок картами Жусан Банк в течение одного календарного месяца от 70 тысяч тенге, а также наличие одного из двух. Ну, вот брокер счета либо страхование. В случае невыполнения вышеуказанного условия уровня за предыдущий месяц, так и текущим уровнем уже будет снижен, да. То есть уровень бонуса присваивается автоматическим способом по результатам предыдущих месяц. Узнать свой уровень, возможно, да, мы знаем, как узнать, какие определения не учитываются, да. Для определения уровня бонусов не входят следующие операции. Вот, зря, да, вот. Коммунальные платежи, например, через Жусан Банк. Оплата услуг телекоммуникации. Выплата по залогу облигаций. Налоговые платежи, платежи в бюджет, штрафы, снятие наличных средств, денежные переводы. И зачисление денежных средств, пополнение электронных кошельков, операции, по которым был осуществлен возврат товаров и услуг, оплата услуг посредством банкомата. Да, вот это не учитывается на уровне бонуса. Silver – это минимальный уровень участников бонусов, который позволяет получать при оплате товаров и услуг платежных карт Жусан Банк бонусу в размере 0,5%. Для этого достаточно присоединиться к бонусу мобильного приложения Жусан в разделе «Мой банк». При уровне Silver доступен набор одной категории покупок по повышенным бонусам один раз в месяц. Выбор любимой категории осуществляется. Да, мы знаем, как выбрать категорию. Gold – это уровень участника бонусов, который позволяет при оплате услуг. Да, угу. Здесь на уровне Gold в размере 1%, только от 30 тысяч лучше. Премиум 2%. Потратить, вы знаете, на что потратить большинство услуг в платежи. Все товары, услуг, даже все товары, услуг в магазине при оплате заказа выберите картридж и включите Жусан бонус. То есть Жусан, например, вы 30 тысяч бонус накопили, вы можете просто бесплатно получить
Пополнение брокерских счетов можно пополнить. Так, невозможно только вот. Не все, конечно. По букмекерской конторе невозможно. Налоги, штрафы невозможно. Погасить займы, быстрые деньги и прочие услуги. Так, уровень мы знаем. Так, бонус это для присоединения к бонусам необходимо мобильное приложение Люсан. Ознакомиться с правилом бонусов в разделе «Мой банк» и кнопку «Подключиться». Присоединение к бонусам – это бесплатная услуга, которая также доступна на этапе активации платежной карты в мобильном приложении. Если с бонусом какие-то проблемы, позвоните 7711. Так, категорию товара мы знаем. Фитнес, спа, мебель. То есть, например, вы часто ездите на такси, можно сэкономить. Вы можете накопить бонусы, либо вы часто смотрите фильмы. 15% возврат идет. Так, бонусы не подлежат на реальные деньги, то есть невозможно такое использование на реальные деньги. Так, чтобы посмотреть, сколько вам осталось провести безналичных платежей для перехода на другой уровень, в мобильном приложении Жусан Бразилия Мой Банк доступно отображение текущих уровней, данные, принятые в сумму в учет и необходимое количество сумм безналичной операции для перехода на уровень Gold и Premium. Срок действия бонусов не ограничен. Бонусы выплачиваются ежедневно после получения финансового документа по успешно проведенной операции. Максимальная сумма бонусов для одного клиента, вне зависимости от количества платежных карт, не более 35 тысяч бонусов в месяц. Максимальная сумма начисления бонусов на одну операцию не более 10 тысяч. Так, вот, например, я выберу, например, я часто хожу в такси, мне 15% можно накопить и нажимаю сохранить. Так, все, категории подключены. Поменять можно только в следующем месяце. Диди, Убер, Яндекс Такси, то есть 5% возврат идет, это хорошо. Если страховку купить. История операции можно узнать. Пока у меня здесь есть. Вот ключ стоит. Потом откроется. Потом третий. 2% бонус на покупки. Подпишитесь. Ставьте лайк.